Акция в налоговой проводится второй раз. На минувшей неделе налоговики дали консультацию по любому вопросу, связанному с налогообложением. Все, кто пришел в инспекцию, был обеспечен и доступ к интернет-сайту Управления Федеральной налоговой службы для обращения к онлайн-сервисам. Специалисты проводили практическое занятие для заинтересованных налогоплательщиков. Например, на сайте r66.nalog.ru можно посмотреть информацию об окончании проверки декларации по форме 3 НДФЛ. Это интересно тем, кто сдает документы на возврат налога, социальные или имущественные вычеты. Перед покупкой автомобиля можно самим рассчитать сумму транспортного налога. С этого сайта можно зайти и в личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. В нем видны все ваши расчеты с государственным бюджетом. Также можно увидеть, какая собственность и по какой стоимости числится за вами. Дело в том, что мы в рамках акции пропагандируем наши электронные сервисы, чтобы люди не ходили напрасно в инспекцию, а могли дома или на работе с рабочего компьютера зайти и получить информацию быстро, в темпе, в комфорте. Для того, чтобы воспользоваться большими интернет-возможностями, необходимо получить пароль. На сегодняшний день более 100 человек оценили удобство данной услуги. Пароль вы обращаетесь к нам в 121 кабинет, лично, с паспортом. Заполняйте бланк и получайте пароль. Ваш персональный код вам выдадут в течение 10-15 минут. Удобно, быстро и, главное, наглядно. А всем гражданам налоговая служба напоминает, что срок уплаты налогов 1 ноября. Если вы еще не получили налоговое уведомление, обращайтесь в налоговую инспекцию.